Нарва уже не первый год проводит традиционный турнир по профессиональному боксу. В его рамках пройдут рейтинговые чемпионские бои. В битве под Нарвой будут участвовать спортсмены из Эстонии, России, Латвии, Швеции. На ринг выходят уже профессионалы своего дела, не раз стоявшие на почетном пьедестале. А число завоеванных ими медалей превышает несколько десятков. Но в этом году боксерам придется не только отстаивать свои спортивные позиции, но и постараться на благо детей с ограниченными возможностями. Ведь вырученные средства пойдут на благотворительность. Впрочем, Александр Ефимов, председатель Нарвского горсобрания, говорит, что не столь важны медали и заслуги, сколько стремление ребят активно заниматься спортом и подавать пример подрастающему поколению. Это очень полюбившееся нарвитянами мероприятие, вот спортивное шоу «Профессиональный бокс». Также это очень важно и для популяризации спорта. Молодые люди, которые смотрят, как выступают на ринге боксеры, которые видят их мощь, энергию, они начинают задумываться и пытаются посвятить свое свободное время занятию спортом, а не бесцельному времяпровождению на улице. Ну и основное, почему город Нарва поддерживает это мероприятие, потому что в этом году это мероприятие будет благотворительное. Доходы от вот этого турнира профессионального бокса, они пойдут на поддержку детей с ограниченными возможностями. Сами участники и каждый тренер признаются, что бороться за победу на ринге, за медаль всегда ответственно и волнительно. Но когда ты участвуешь еще и в благотворительных боях, и вырученные деньги пойдут на помощь детям, это особенное чувство. Это будет очень большая мотивация наших боксеров выступить на этом шоу, и что будет такое пожертвование. Как девиз нашего клуба, боксером может и не стать, но человеком быть обязан. Если ты хочешь стать боксером, мы из него делаем конфетку и настоящего олимпийца. Если нету у него таких возможностей и физических данных, чтобы стать настоящим боксером, олимпийцем, мы в него внедряем все эти качества настоящего человека, которые помогут ему во взрослой жизни. В качестве почетных гостей участников благотворительной битвы под Нарвой приглашены легкоатлет Герт Кантер, десятиборец Эрки Нолл, двукратный серебряный призер чемпионата Европы пловец Индрик Сей, трехкратная чемпионка по фигурному катанию Анна Леванди, двоеборец Алар Леванди. Кроме того, приглашены известный российский боксер, десятикратный чемпион мира, президент профессиональной боксерской ассоциации Российской Федерации Юрий Арбачаков, а также экс-чемпион мира по микс-файтингу Михаил Малютин. Екатерина Плехова, Вячеслав Скалецкий, Игорь Абрамсон, Первый Балтийский канал.